И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш доктор Эггман, он же Альберт Вескер. И мы продолжаем Sonic Lost World Потерянный Хер. И эту планету в этой игре всегда будут звать так. Слишком забавно. Да, и я записываю сейчас. Хотя мы с Сентом не все какого-то собрали. Но, смотрите, игровую часть мы проходим в формате стандартного доброго геймплейчика. А вот все остальное уже в формате стримов. То есть так вот совмещаем. Необычный формат, может не зайдет. Глянем. Но пока давайте продолжать дальше. У нас сегодня Frozen Factoria будет. Скорее всего, я только на ней застряну, как вариант, потому что с трудом проходим. Тем более, записываю глубокой ночью, потом еще монтировать надо. То есть, эпизоды будут какие-то короткие, но с другой стороны, мы, в принципе, потихонечку нагоним. И, наверное, у нас стримы и новые карты будут так вот потихонечку идти в параллельно друг к другу. Ну, надеюсь, по крайней мере. А пока, погнали. Выключаю, тут мало ли сейчас идет под катсцены. Все, вперед. Ладно, ее нет, я удивлен. Она должна быть в теории. Вот. Да это казино. Ау! Ясно. Спокойно, ёж. Тут где-то... Я буду идти по этой пути. Так... Эту красотку я заберу. Неплохо. О, это пинбол. Мне кажется, ни в одном Сонике не... Ясно. Сильнее. В каждом Сонике должен быть пинбол. Это уже прям правило какое-то. Помню, как в детстве вот играл в пинбол. Так. Вот так включу все-таки. Так. Попали. О! Старая добрая Соника Мания. О, тут прямо несколько даже зон. Хорошо. Собираем все. Так. Собираем каждый кусочек. Ага, вижу. Есть зал. Ага, вижу.
Как мне здесь нормально залезать? Я вот не могу понять. Ага, вот здесь все надо поаккуратнее, запасную жизнь получим. Так, спокойно, ёж. Тут надо быть поаккуратнее. Отлично. Так, прежде чем идти, давайте сначала здесь залезем. Так, опять. Ля. Ладно, хотя бы жизнь забрали вовремя, уже хорошо. Так. Ля. Что мне так не... Ой. Все детство проиграл вот как раз в пинбол и... Везет что-то. Вау! Да уж. Я и говорю, играть будем долго здесь. Не зря. Может, конечно, здесь скажут, что ты сам себя настроил. Спасибо, прям игра говорит. Не будем тебя мучить. Так, аккуратненько. Так, о, вот этого взять надо. Так. Надо быть поаккуратнее здесь. И надо вот в эти воронки попадать. Все, я понял. Главное не попадать в воронки, и все будет хорошо. О, и выход. Слушайте, быстро прошли. Все за 10 минут. Честно говоря, я думал, буду дольше. Но я знаю себя, я тут не нашел еще два красных кольца, так что у меня есть над чем поработать. У меня там запас, можете не считать, спасибо. Ладно, идемте дальше. Но тут уж точно озвучка будет, поэтому вебку не включаю. Двигайся, не проиграешь, снежный конус. В нашу последнюю встречу ты испортил мой маникюр. Теперь мне придется носить новый, совершенно новый слой лака. О боже, это ты серьезно? Ой, мне очень-очень жаль. Ну, в таком случае... Нет, я не имел в виду, что мне очень жаль, что у тебя нет ничего более важных дел в жизни твоей жалкой. Ах, ты за это заплатишь. Как только мои ногти высохнут.
А, у вас это будет озвучено, ребят. Но я сейчас смотрел, тут как раз так, их разговор прям меня в ступор поставил. Я этого возвращу, не переживайте. Ой. Так, забираем все. Стоп. Так. Я уже соскучился по этому. А в конце, скорее всего... Так, давайте-ка... Так, давай... Так... Want to do is chill, but here comes that fashion disaster hedgehog. Нормально я двигаюсь, дамочка. And the white gloves are ridiculously retro. Так. Так, здесь надо быть поаккуратнее, тут пингвины. Нет, 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 ёж. Вот. Ещё чего? Я никому не отдам кольцо. Ладно, я его уже отдал, считай. Так, давай, ёж. Нет, 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 забери колечко-то. Нет! На! В общем, здесь работы будет навалом. О, спасибо. Погнали. Двигайся, не проиграешь, снежный конус. В нашу последнюю встречу ты испортил мой маникюр. Теперь мне придется носить новый, совершенно новый слой лака. О боже, это ты серьезно? Ой, мне очень-очень жаль. О, ну в таком случае... Нет, я не имел в виду, что мне очень жаль, что у тебя нет ничего более важных дел в жизни твоей жалкой. Ах, ты за это заплатишь. Как только мои ногти высохнут. Реально. Забавно очень. Мне, кстати, очень нравится здешняя музыка.
Так. Давай, ёж. Давай, давай, давай. Бегом, ёж. All I want to do is chill, but here comes that fashion disaster hedgehog. I mean, those shoes are atrocious, and the white gloves are ridiculously retro. Есть, добрались. Кстати, очень реально, игра полна прекрасных механик. Реально, игра богата на механик. Мне это прям очень нравится. Нет! Куда ты падаешь-то, тупой ежидая зараза? Все время куда-то норовит упасть, я его не понимаю. Так. Есть, забрали, вперед. Есть, отлично, наконец-то прорвался. Ну, реально, уровень очень сложный, но мне нравится. Неплохо. Только жизнь получил и ее тоже потерял. Забавно. Так. Так. Да, нет. Прям реально выбесшивают такие моменты. Ха-х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 а-
Почему ты уходишь в сторону? Он должен был застрять там. Это уже мой косяк. Нет, я пройду спокойно, самостоятельно. Проходим. Я только первый катсцену озвучу вам там, ребят. Потому что, ну, я имею в виду вот эту вступительную. Мотор вот эти нет смысла. Move it or lose it, Snow Cone. Последний раз, когда мы познакомились, ты повредил мой маникюрный арт. Ты за это заплатишь. О, серьезно, ты так, так жаль. Но этот кейс... Нет, это означает, что мне реально жаль, что у тебя нет ничего важного в твоей жалкой жизни. Ты заплатишь за это. Так же быстро, как засыхает мой лак. Извините, ладно. Ну там другой перевод будет, ну и... Я перевел на русский. На женорусский манер. Он не хотел прыгнуть. Так. Отлично. Нет, локации... Он буквально провалился! Так, давай, Ёж. And the white gloves are ridiculous. Yeah. Retro. Так, идем дальше.
Нет, мне реально нравится локация. Мне нравится уровень. Мне просто реально нечего сказать. Здесь слишком все хорошо сделано. Многие говорят, что здесь Ёж медленный. Не соглашусь. Он наоборот здесь достаточно быстрый. Ты прям это чувствуешь. Достаточно это чувствуешь, что он здесь реально такой бойкий. Да. Да. Нет, ну мало ли, может, интересно. Да. Так. О, пролез. Я не такой тупой, чтобы не понять, что там наверняка что-нибудь спрятано. Так, движемся стандартным курсом. Бля. Давай, давай. Не главное было забрать эту мешку, остальное уже. Так. Чую, сейчас мы на нее выйдем. Если я тут раньше времени свалюсь. Мы, кстати, неплохо тут жизни нафармили, сколько говоря. Так что нам с вами на воскресенье, то с запасом хватит. Да! Хватило бы. Вот так избавлюсь. Это обходить. А, там дорожка сверху была. Надо быть поаккуратнее. Хватит. Вот, нормально. Он мне одновременно выбешивает и радует механика льда у них. Она реально меня выбешивает и радует одновременно. Так. Но сперва давайте-ка применим-ка вот эту вещицу. Так, вот тут я не совсем понимаю... А.
Так. Вот это, кстати, реально необычно. Вот это реально необычно. Вот такого я не ожидал совершенно. Так, давай, давай. Вот реально, я вот такого не ожидал. Тут, походу, я все кольца соберу, мне почему-то кажется. Так. Соберем побольше, в чем бы нет-то. Но мне реально нравится этот подуровень, очень хороший. Так. И тут сразу ты не поймешь, тут надо аккуратненько стоять, давать лежу именно пройтись, ни больше, ни меньше. Наверх. А вот и дамочка должна быть. О. Так. Да, вот, залезть, залезть тут можно. Так. Ну а, ладно, пустил, потому что сил. Я уже думал здесь... А, нет, игра не даст мне спокойно пройти. Прекрасно, это меня радует. Так. Так. Но я попустил где-то красное кольцо. Вот здесь оно сейчас должно было быть. Now you wouldn't hurt a lady, would you? Негоже стоит леди ждать. А ты кто такая, чтоб ты тебя заставлял? Я неплохо бьется. Now you wouldn't hurt a lady, would you? Нельзя. Я тебя просто изобью сейчас. Я берег ее для нее. Женщины любят бриллианты, а тут бриллиантовая защита. Ладно, погнали. Озвучка точно будет. Мне надоело тебя таскать, приятель. Поэтому я сделал для тебя снежное тело. Я не чувствую ног. Воистину, ваш робот — отражение вашей гениальности, доктор Эггман. У меня есть идея, которую я хотел бы реализовать. Думаю, я знаю способ взорвать потерянный хер, используя эффект невесомости. Мы могли бы уничтожить Зетти одним ударом. И истребить все живое вокруг себя?
Ты что, сошел с ума? Ну, конечно, будет сопутствующий ущерб, но... Сопутствующий ущерб? Какой вообще монстр? Тейлз! Ой, мне жаль. Я вдруг почувствовал себя таким очень подлым. Это не самая лучшая идея, представлять голову болвана к боевому роботу. Оглядываясь назад, я вынужден согласиться с вами, док. Спасибо за спасение. Теперь вы можете слезть с меня. Я не могу тебя понять. Кто-то в один момент обдумываешь геноцид, а в следующий спасаешь одного из своих злейших врагов. Я сложная личность. А ты? О чем ты думал, Тейлз? Тебя могли убить. Я просто пытался помочь. Он просто хотел помочь. Но мы всегда спасаем, даже тогда, когда это наш враг. Если мы можем его использовать в дальнейшем и понимаем, что его потеря будет существенной в нашей многоходовочке по захвате мира. Ну так или иначе, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Сегодня пошли все-таки две карты. Я платил только одну, но взяли две, причем неплохо так-то. Так что, ребят, 1916 год. Хороший был год. По фликовскому меркам, если посмотрите. Ну ладно, ребят, так или иначе, с вами был Вескер, он же голос доктора Эггмана Работника и версия доктора Эггмана из нашей реальности. Ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР и другие социальные сети в описании, ребят. Также буду рад, если поддержите наш геймплейный фильм Star Wars Bounty Hunter. Там тоже моя озвучка. Ну и, в принципе, прохождение, почему бы и нет. Чем довольствоваться одним Соником, можно довольствоваться всем. Надо всегда все пробовать. Ладно, ну а с вами был, который раз уже говорю, доктор Эггман, и удачи!